снял ролик недавно, и мне очень хотелось обновиться. Я поехал в Исландию. Но это такие поиски приятные абсолютно для себя. Я просто решил, а почему нет? То есть, кто сказал, что я не могу побриться на лысо? Вот, я это сделал просто, ну, как бы не то чтобы для кого-то, для себя. Просто взял и решил. Я снимал ролик. На новую песню, правильно? На новый трек, да, который называется «Ты мой океан». И там потрясающе, там удивительно, там просто можно потеряться. Я 2 недели ездил по 250-300 километров. Погода меняется каждые 5 минут. То снег, то дождь, это обилие водопадов, это сумасшедшая какая-то энергия. И сколько я там наговорил желаний себе, выкопав ямку. Есть такое поверье, что нужно выкопать ямку и прокричать туда свои желания. Так вот, я завис там на 15 минут. Кричал в ямку, да? Да, потом уже перешел на шепот, да?